Андрей Болдырев и Анастасия Федосеева уже с нами. Поздравляем вас с золотыми медалями сегодня. Как танцевалось? Танцевалось сегодня очень хорошо, потому что здесь, в этом зале, вообще вся царит атмосфера такая классная. И здесь танцевать, ну, в принципе, на самом деле, легко. И я думаю, что сегодня мы довольны своим танцем. Да, мне кажется, как, все удалось, прям все танцы. Понятно, что прошло уже несколько турниров в этом сезоне. Тем не менее, лето было, кажется, совсем недавно. Как вы его провели? Отдыхали, танцевали и то, и другое? Лето мы вообще не отдыхали. В принципе, отдыхали максимум там 2 недели друг от друга. Ну так, чисто. Это необходимо? Ну да, потому что за год все равно как бы люди устают друг от друга, и немножко надо перерыв. Но на самом деле никто ничего не отдыхал, так же тренировались, как и всегда в протяжении года. Да. Какое у вас следующее соревнование? Звезда тоже. Только, а, осенняя Москва, правильно. Осенняя Москва, Москва, и осенняя завтра Москва. Мы танцуем завтра на турнире. Тогда мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо за интервью и еще обязательно увидимся. Спасибо.